Заруба в 258 комнате. Дубль 70. Это кто? А ты кто? Снимай, Рома, экран! Ой-ой-ой! Да, вот! Сегодняшний тренировок. Раз шишка, два шишка. Ром, что делать? Хочешь удар крафтить? Почему ты бьешь? Не заправляй, только не сильно. Сильно? Спокойно. Юха, кто баночку одну забил? Ромчик. Да, по центру. Я даже прыгать не буду. Да, выиграл. Орать, а? Чукай, сколько можно играть? У нас игра скоро. Снимай! 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 Hello, бро! Михаила Круга обожаю послушать вечером. Я люблю вслушиваться в текст, понимаешь? А ты пришел со своей камерой на припеве. Гонишь, что ли? Расскажи, чем занят. Я выбираю оружие, чтобы зарубиться с кентами из Мексики. Честно, комп не тянет. Надо драйвера скачать. Какие русские слова ты выучил? Доброе утро. Хорошо. Приятного. Приятного. Ой, ой! Да! Брат, снимай 94-й, брат! Ром, так я тебе говорю, у меня нет равных. Не знаю, как я проигрываю, Ром, я тебе клянусь. Я им проигрываю неделю уже, но я не знаю из-за чего. Вратарь поймал. Штанга. Ром, штанга. Брат, вот если он возьмет любую другую команду... Любую другую команду я выиграю. Ноль шансов. Ой, снимай экранчик. Ой, 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 батюшки! Сколько можно? Ты что у меня в номере делаешь? Давай, последний дубль. Сколько можно орать? А что ты нервничаешь? Ты что это делаешь? Чукай! Не придумал дальше. Кто проигрывает... Идет сейчас за печеньками идеальными прямо вот перед сном. Холодными. Да, если они там есть. Если их нету, все равно ищет их. Да. И делает вкусный чай прям вообще такой с сахарком. Давай! Я схему поменяю. 5 защитников. Ставь автобус сразу. Вот, 5-3-2 удержание. Да! Минуту снимай, минуту, брат! Ильюша, чаечек. Я хочу чаечек. Я знаю, что ты выигрывал все 5 дней подряд. Да, спасибо, что ты это говоришь. Карточный долг надо возвращать, да. Мой господин, вот ваш чай. Сахар положил? 2,5. Иди переделывай. Константин, я признаю, что я слабый фифу. Хорошо, я с этим согласен. Айди, Коля, легенда. Он помогает мне восстанавливаться после тяжелых матчей. Куда это пойдет? На Первый канал. На Первый канал. К Малахову? Меня может обыграть в команде только Скопа фифу. Он больше фифу любит играть, чем на поле выделяться, знаешь. Иди домой.